предпочитают заранее планировать развитие отношений. Достаточно трудолюбивые личности вникают в работу. Они не доверяют всем без разбора, доверяют только избранным. В любви для них главное – обоюдная честность. Такие люди прямолинейны и честны. В браке они ценят взаимное уважение, доверие и преданность. Редко останавливаются на одном вузе. Учение для них – свет. В коллективе такие работники дружелюбны и общительны. Это дисциплинированные, немногословные и приятные люди. Выплескивают энергию в то время, когда это допустимо. Они способны превозносить себя и свои успехи. Это любопытные, находчивые и целеустремленные личности. Они проявляют свои творческие способности в литературе. Они обладают талантом убеждать, отказать им сложно. Предпочитают проводить время в теплой компании. Любят ярко одеваться, стараются быть в тренде. Увлекаются политикой, благими делами, целительством. Пользуются популярностью среди лиц противоположного пола. Эти люди любят новшество и минимализм, обожают комфорт. Они привыкли получать свое и редко принимают отказы. Берутся за работу любой сложности с легкостью. Они много работают и повышают свое мастерство. В дружбе руководствуются бескорыстными соображениями. Этим людям нужна серьезная почва для деятельности. Они доброжелательны к незнакомцам и лишены предрассудков. Они служат образцом красоты и изящества во всем. Борются за свои идеалы и ищут единомышленников. Они проявляют заботу и внимание к любимому человеку. Благодаря развитой интуиции они хорошо разбираются в людях. Не чувствуют себя обделенными вниманием поклонников. Требуют от партнера взаимности и уважения. Это решительные, целеустремленные и уверенные личности. С этими людьми легко в коллективе. Они умерены и открыты. Они любят быть на виду и играть на публику. Не любят подчиняться, стараются поставить всех на место. В делах они решительны, упорны и нацелены на успех. Достигают благополучия и общественного признания. Постоянно доказывают свои чувства приятными словами. Это интеллектуалы и фантазеры в одном лице. Эти люди имеют большой творческий потенциал. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.